Настя, пробуй. Как это? Всем привет, ребяточки. Всем привет, Настя, едет. Опять два. Лита в шляпе. Мы с Маргаритой идем искать ягоду на огороде. Мы идем за ягодой. Я сегодня в своей любимой тельняшке. Ребята, ну это место, это как бы не деревня, это дача. То есть это пригород города вот этого Амурска, куда люди просто приезжают летом на огород, чтобы высадить тут овощи, там ягоды. Но потом вечером могут поехать домой. То есть приезжают на выходных обычно и работают на огороде. Это просто как такое место, где люди отдыхают, но здесь не, ну, не живут обычно. Прям так. Огурцы. Кьюкамбер, да? Кьюкамбер, да. Уроки английского языка от Маргариты. Кьюкамбер. Да. Potatoes. Рита, сколько территория дачи вот это вот место? Ой, не знаю, мне всегда казалось, что 100 соток, но это две дачи. Ну, это... Надо папу спросить, сколько соток, я не помню. Так, тут potatoes, дачи две. Тут, а тут говорит potatoes, Рита. Лук, лучок такой. Будем. Будете? Здесь есть лук. Ну да, надо... Strawberry? Да, клубника? Да, клубника. Что, она там есть? Вот, смотрите. Клубника. Ну, она уже все, она уже отходит. Ну, там есть, но можно есть прям прям. Да, можно есть. Ну, уже поздно, сейчас какое? 22, да, 23 июля, уже чуть-чуть поздно для клубники. Кто ищет, тот всегда найдет. Я вот так, я... Я потом, ой, я там мало. Ходишь к клубнику, а бурундук уже сожрал. Бурундук сожрал. В общем, сейчас мы увлечены поиском самой красивой клубники, потому что она заканчивается. А сейчас мы пойдем, мы уже поели клубнику, мы пойдем пробовать иргу. Сейчас пойдемте же скорее. Надо аккуратненько сейчас пройти. Вот здесь вот. Так, вот это potatoes. Это potatoes, главное его не растить. В общем, есть такой стереотип, что у всех русских есть дача. Ребята, у меня нет дачи, поэтому я приехала на Ритину. Вот. Нам принесли малинку. Надо есть какую-то. Она... Мне принесли малину. Вот малина. А вот эльга. Вот такую синюю иргу. Очень вкусная. Она очень... Настя, пробуй. Как этот... Как это называется? Ирга. Я когда подопытный. Дегустатор. Слушай, поправляйся. Нет, это бесполезно. Меня все время пытаются накормить. Я думаю, что я поправлюсь, но я не поправлюсь. Мне уже 25 лет. Ну, я еще успею. Ну, да. Ну, так вот. Очень вкусно, кстати, да, очень вкусно. Рита, возьми. Рит, бери, давай. Марина еще вас... Ладно, можешь пока выкрасить. Смотрите, мы шли с той стороны, а теперь мы обогнем эту дачу. И выйдем, чтобы с другой стороны. Хочу сказать, что возле туалета есть змеи. Но будьте осторожны. Их берет вот так. А змеи ядовиты? Ну, наверное, чистоморники, да, эти. Туалет на улице. А это компостная куча. Я даже вот не буду уточнять, с чего она сделана. Из того, что ты подумала. Так, в общем... Здесь нет никаких коров, да, никаких свиней. Это просто... Это вот просто сюда приезжают только чисто на огород. Для овощи высаживать. Как у моего... Тут не как у моего деда, у которого там еще три коровы и курицы, и куры. Тут этого всего нет. Ритина бабушка живет в городе. Сюда она просто приезжает иногда. Да, Рита? Всегда. Всегда бабушка приезжает сюда. Да. Пошлите, Рита показывает нам груши. А еще на дачу обычно приезжают, чтобы жарить шашлыки. И, конечно же, мы покажем вам, как Ритин папа жарит шашлык. Я уже там вам все показала.
Так, уже готовы шашлыки? Да? Конечно. Но я не знаю, я не спец. Вот они, груши здесь есть, прям целое дерево. Не тебе уже за это? Они будут вот такого цвета? Ну да, я говорю, им интересно. Конечно, им интересно, да. Ну это для них все как... Ну можно в картошку сесть, сказать, что вот у нас... Поле картошки. Поле картошки. Что там? А ты мне звони, хорошо, я буду прямо входить, помогать. Хорошо. Ладно? Ты там еще взял огурец. Ну, я не знаю, мне потому что мне Алина подарила огурец, да? Алина сама его сорвалась, да? Грязь. Мы разуваемся? Да. Все, разуваемся. Все, мы прилично себя ведем. Это что у нас, Алина? Это баня. Ого, она прям тут, что ли, в доме? Да, а как? Под... А, вот это... так вот закрываешь. А, так это не дом, это баня вообще? Нет, это баня, а вот там дом. А, да. Типа вот тут прям душ... Это предбанник, вон с баней. Нифига себе, первый раз скажешь. Это, короче, вот тут вот спальня. Можно спать, спальня, да. Но есть самое главное, чердак. Серьезно, Ари? Да, но он, по-моему, забит. Нет, я знаю, как он открывает. Может, не надо уже? Все, Рита полезла. Там сетка. А, он... Ну, мы потом скажем. Ой, нет. Я знаю, где он открывается. Нет, ну мы потом. Да. Для тапки можно я тебя вырву? Все, залезла? Нифига себе, как быстро. Я просто вообще боюсь этого всего, на самом деле. Блин. Ну я сейчас залезу. Если что, я спущусь тебе. Че, 100 раз поднималась? Всем привет, ребяточки. Всем привет, Настя. Опять мои элегантные джинсы. На чердак. Я лезу на чердак. Давай телефон. Я сейчас отсюда буду все снимать. Я так, оп! Так, сейчас я залезу. Куда вы не ходили, Снесс? Мы просто как-то отмечали. В общем, это было смешно. Что вы отмечали в этих шубах? А это живое? Может, вы меня нарядите? Можешь нарядить. Давай. Это вообще мамина. Давай, давай. Вот сейчас. Я сейчас буду... Какая мамина? Вот это? Да. Мы снимаем блог иностранцев. Там, наверное, моли в ней, да? Которые не живут в России. Что вот только не сделаешь, да, ради... Какая красотка. Вот так вот ходили, наверное, сколько лет назад? Я не знаю, сколько. Ну, мне лет 5 было. 20 лет назад. Ну, лет 20, это, да, ну, минимум, наверное. Ты такая красивая. Это называется дубленка. Это дубленка, это чтобы было. Дубленка с лисой. Да? Но это писец, это писец, скорее всего. Это натуральный мех. Это натуральный мех. Да. Натур. Какой он красный. Из лисы. Из лисы. Так, ладно, с меня хватит. Скажи, где колодец? Вот, колодец. А, колодец. А, он закрыт. Да, он закрыт. Но у нас есть там еще колодец. Угу. Мы там берем это. Это теплица, просто она не закрыта. Что там? О, точно лыжи, на них можно кататься, да? Быстрица. Там здесь все слова. А вот это раньше был самый интересный журнал моего детства. Папа, а, за рулем у меня папа тоже, да, собирал. 99-й год. Mm-hmm. Блин, это, наверное, прикольно. Типа, знаешь, вот так посмотреть, да, старый журнал про машинку. Да.
Много. Я прям их любила. Ну, у меня папа тоже вот читал вот этот. Да. Маникюр. Рита. Да, маникюр. Пальчики. Рита, они просто... Сейчас. Смотрите, Рита сделала новый маникюр, она хвастается. Коровий этот. Коровий. Это коровий. Коровий. Я тоже, у меня все сломалось. Но я пойду. Меня уже записали к мастеру в Амурске. Да, Рита? Да. Так что я буду... сделала мне коровий палец. Я буду тоже скоро с красивым маникюром. Посмотрите здесь, сколько ромашки растут. Вон, смотрите, какая красота. Вон. Тут снимаем. Да это мало, тут я уже побрала. Вон ветки. Вон ведро. Зеленая. Она такая. Крупнячая. Как она усыпана вся.